Всем привет! Сегодня у нас вот такая вот большая посылка. Доставила ее новая почта. Все залеплено скотчем. Китайцы мне тут автограф оставили. В общем, классная здоровая посылка. Давайте будем ее сейчас распаковывать. Ждал ее немного раньше, так как здесь идет градусник Xiaomi для ребенка в мере температуру. И как раз сейчас он заболел. Ну, была температура там 39, ну, сейчас держится 37, поэтому как раз мы его затестируем. Плюс здесь у нас вот долгожданный сумка от компании Xiaomi. Вот, давайте распакуем ее потихоньку. Ой, класс! Так, а что-то я ничего не вижу. Они что, все в сумку положили? Вот, в инвойсе все правильно указали. Вот так выглядит сумка, если полностью в размер. Вот здесь боковая ручка. Вот, и все, оно идет в чехольчике. Это очень хорошо, если в самолете можно в свой чехольчик. Чехольчики отдельно продаются, кстати. Ага, я не расстегнул. Вот здесь двойная застежка. Вот. Вот такие вот колеса большие. Надеюсь, видно. Вот. Ну, хорошо все сделано. Очень-очень-очень мне нравится. Вот. И тут еще внутри должен быть термометр. И еще что-то. А, и сумочка походная я заказал. То есть это более такая походное дело у нас. Вот. Вот так этот чемодан выглядит. С такого ракурса будет удобней. Здесь защелочка. Ручка. Ручка выдвижная. Кстати, вот так вот ручка выдвижная выезжает. Вот. Так его открыть. Немного сразу недопонял. Здесь все как бы выставлено сейчас 3.0. Вот. А чтобы открыть, вот кнопочка сверху открывается. И получается вот такие вот тоже здесь ручки с эмблемками Go. Металлические. Ну, давайте будем распаковывать, смотреть, что же. Вот он полностью открывается вот так. Здесь какая-то инструкция. Это наша походная вторая сумочка Xiaomi, тоже для походов. Это типа косметички, сюда шампунь ложить, такое вот. Тоже сейчас посмотрим. Или не Xiaomi, ну, вроде Xiaomi, я не помню точно. Жена выбирала. Нет, наверное, это все-таки не Xiaomi, потому что нигде никаких упоминаний Xiaomi нету. И здесь есть, видите, сразу косяк по ручке. Она, молния, видите, вот собачка с браком. Вот, ну это плохо, конечно. Вот, но зато она вот так вот подвешивается. А Xiaomi-шную, наверное, сумочку походную я отдельно заказывал. Да, то есть не в этой посылке, отдельно ее заказывал. Вот. Ну, ничего, то есть неплохая такая сумочка. Здесь мы несколько делений. Можно много вещей разных положить. И, допустим, вот так вот закрыли. Потом в поезде едете, вам пошли в туалет, открыли, повесили на крючочек. Вот такой вот пластиковый крючочек, крепенький. Повесили, как вам удобно, и берете, что вам нужно. Вот. Ну, прикольная сумочка такая, но есть небольшой брак. Где он? Вот, на собачке. То есть собачка, еще раз покажу. Вот, немного вылезла. Ну, оторвется эта ручка с этой собачки. Вот, нужно будет что-то придумать, новую собачку повесить. Вот, так, по сумочке все. Отложим ее пока. Вот такой чехол. Он расстегивается, то есть можно снять этот чехол здесь. Вот, застегнем обратно. Вот здесь тоже расстежечка. Положили накладную. Это термометр, до него еще дойдем. Здесь вот тоже внутри молния. И можно добраться до внутренней
до внутренних деталей. Вот. Теперь немного расфокусировалась. Собрал еще раз. Вот здесь тоже молния. Это тоже снимается. И можно добраться до внутреннего кармана. То есть внутренний. И тоже снимается полностью эта штука. Вот. Ага. Здесь получается только вот какая-то палочка. Сбоку его нажать. И тогда можно устанавливать код. Ну ладно, мы с этим разберемся. Вот. Ложу обратно. Давайте вернемся к замочку. Вот. То есть вот здесь вот какой-то, ну, значок вот TSA-002. Вот. Но похоже на ключ. Но ключа никакого нет. В общем, если вы знаете, как разобраться, то есть ключ это или не ключ, вот здесь вставляем палочку, выставляем, какой нам нужен код, палочку убираем, код остается. Вот, а зачем вот этот вот ключик? Ну, как бы вот такое вот отверстие, давайте ближе его покажу. Вот. Вот такое вот отверстие. Я думал, что это для ключа. Но в инструкции и в самом сумке не нашел я никакой ключ. Давайте еще вот так. Вот, поэтому, если кто знает, вот здесь отверстие для выставления кода. То есть мы сюда вставляем что-нибудь тонкое, выставляем, какой нам код нужен, и вытягиваем. После этого код уже будет работать. Вот, ну а зачем вот это, вот я не знаю. Поэтому, если кто знает, подскажите, напишите в комментариях. Вот, ну и последняя на сегодня вещь, это измеритель температуры. Как раз сын заболел. Дети очень часто болеют, и ртутным, вот допустим мой сын, он не любит, он ненавидит просто ртутный градусник. И он, хотя это, ну, может холодно ему, или не знаю как, вот он очень-очень-очень кричит, не хочет, сопротивляется, чтобы им пользоваться. А такая вещь. Я обычным строительным пользовался, мерял ему температуру, но там есть большая погрешность. Вот, и поэтому купил вот эту штуку, подсмотрел по отзывам, вроде бы она хорошая. Вот в коробочке идут батарейки, давайте мы их сразу возьмем, вставим, попробуем. И сегодня приду домой, сразу сверим с ртутным градусником. Сейчас распакуем батарейки. Батарейки какие-то Kendall. Kendall. Могли Xiaomi положить раз. Оп. Оп. Все так сделано четко, качественно. Он сразу завибрировал. Может, я что-то нажал. Вот. Угу. Нужно мерять между глаз. Видите, точечка нарисована. Давайте я сфокусирую картинку. Вот, на наклеечке нарисовано, что вот точечка между глаз. Выше по лбу, то есть надо именно целиться между глаз. В любом другом месте, видите, типа красные точечки нарисованы, что это неправильно. Вот, то есть неправильно и правильно. Давайте снимаем эту наклеечку. Вот так он беленький выглядит у нас. Полностью, я так понимаю, нажать на кнопку, и он... Или нажать и подержать. Да, нажать, подержать до вибрации, если завибрировало. А ну. Просто нажали, и он замерил температуру. Ну, показывает все время разную, причем здесь 36,2, здесь 36,9, здесь 36,0. 32,7 ремешок. Кстати, показывают везде, где пробовал, одинаково показывают. То есть, я так понимаю, нет фонаря, а правильно
что-то он правильно отображает. Сейчас наведу себе на лоб, между глаз попробую. Вот, навел, прям приложил вплотную и на лбу между глаз. Это где, как показано было на рисуночке. Вот, ну и будет вечером, попробую на ребенке и досниму. Сравнение с ртутным градусником меня интересует во время температуры, когда температура у ребенка, как четко он будет показывать. Вот. Итак, хотел бы проверить в боевых условиях, но, слава богу, у ребенка температура спала. И скажу, то есть придется сделать выводы по нему без проверки в боевых условиях, там на температуре. Но скажу честно, что действительно он меряет температуру правильно. То есть на руке, это ну, он сейчас показывает 36,2, но если на лоб наводить, он показывает верную температуру, погрешность 0,1-0,2. То есть, если, допустим, у вас нормальная температура 36,6, то максимум, что он может показать, 36,8. Но в основном показывает 36,6-36,7. Бывает, 36,5 может показать. Но в основном, как бы, да, совпадает температура. И погрешность 0,1-0,2, это, ну, реально очень круто. В сравнении, допустим, с другими подобными аппаратами, да, то, ну, здесь очень-очень низкая погрешность из того, что у меня было. Даже электронные, которые под мышку вставляются, они хуже показывают, чем это. То есть с ртутным мы давали лекарство ребенку, и у него спала температура до 34 градусов, то есть сильнее, меньше стало, да, то есть за счет лекарств. И действительно он показывал 34, 34,5, то есть показывал, что у ребенка заниженная температура. Но вот на повышенной проверить не удалось, но в любом случае он работает, он показывает и отлично показывает. И наводить нужно между глаз, по инструкции здесь вот была пленочка налеплена. Я ее содрал, в коробке уже она лежит, где-то приклеена, ну, не выбрасывал. Вот, но здесь была пленочка наклеена, и здесь была такая картинка, где наводит, куда наводить нужно. Нужно наводить между бровей, и до 3 сантиметров расстояние должно быть. Можно впритык прям приложить, и оно будет мерять и четко мерять, вот, без проблем. Если вы сомневаетесь в показаниях, то можете померить 2-3 раза и понять, что, как бы, да, там, усреднить и понять. Но в основном он показывает, ну, четко и правильно, и, ну, проблем никаких не было. И очень доволен этим приобретением. Когда там у ребенка, ну, мой ребенок вообще не любит градусник обычный, ртутный, и очень скандалит, когда мы меряем температуру, а когда высокая температура, там за ночь приходится мерять 5-6 раз температуру, да, то есть и это 5 минут, да, там проснулся, померил температуру 5 минут, потом лег спать, да, и так, ну, в основном это моя жена меряет температуру, просыпается, но это действительно должно облегчить ей эти муки и страдания. Вот, я советую это приобретение, вообще классное. Я советую этот градусник, ничем не хуже ртутного. Вот, надеюсь, он долго проработает. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь, до новых встреч и удачных покупок!